потому что животные бы очень долго тоже жили. Ведь смерти как таковой нет. Нам ее тоже придумали, внедрили и убедили, главное, что есть смерть, и она необходима. Потому что все животные, как правило, когда попадают в неблагоприятные условия, они впадают в спячку, ну или анабиоз. Вот. Ну, анабиоз не называют смертью, но тем не менее смерть – это тоже анабиоз. Потому что в смерти у нас, во-первых, замечено, что растут ногти, растут волосы, могут происходить полюции у мужчин, у женщин могут происходить менструации. Вот есть описание случаев, даже когда умершие женщины рожали в этом состоянии, потому что это анабиоз. Вот. Теперь, значит, как бы смерть не обнаружена у одноклеточных организмов. Это еще Вейсман поставил такой вопрос и доказал, что смерти у одноклеточных организмов нет, потому что они все время делятся и молодеют. Вот. Сейчас уже биологи пошли дальше, уже доказали, что у многих многоклеточных организмов смерть отсутствует. Те же дождевые черви. Его разделил пополам, он снова вырос. Гидры. Ну, это все простейшее. Но оказывается, вот голая землеройка, у нее тоже смерти не обнаружили. А это уже млекопитающие. Вот. Это наши европейские биологи порадовали нас таким открытием. И, в общем-то, те же медведи, те же самые тушканчики, ну, все, кто впадает в анабиоз, они потом просыпаются и, в общем-то, доживут дальше. Медведи бы тоже были бы бессмертными, так-то их не жизнь там 25-50 лет. Ну, недолго они живут по сравнению даже с человеком. Хотя, может быть, и долго, у нас же наблюдения за ними прекращены уже в перестройку, еще в годы советской власти там что-то наблюдали. Ну и то тоже вяло, но это все отпускали средства. Вот, потому что те же самые киты или еще там морские животные, они тоже имеют такие огромные размеры, вполне могли быть бессмертными, потому что они сохраняет акцептуальный рост. Акцептуальный рост – признак как раз того, что человек или существо может жить вечно, то есть долго. Потому что рост – вообще характеристика здоровья организма. У нас ведь не случайно обнаружено 6 закладок зубов. То есть, я думаю, это мало, они размножаются и так далее. То есть, стираясь, они снова, в общем-то, могут быть использованы.